Друзья, всем привет! С вами канал Владелец Аквариума и я, Дима. Пока что мой неизменный 200-литровый аквариум. Расскажу его состояние. Итак, после замены светильников вот на новое, прошло уже, по-моему, 2 недели, может больше. В общем, по изменениям. Заметно стало больше обрастать стекло. Не знаю, смогу ли я показать. Ну вот, видите обрастание. Вот где скалярия стоит, видно обрастание на стекле. Также если поднести к стеклу, не видно. Но поверьте, они есть. Во-во-во, вот так видно вот. И вот это за неделю. Неделю назад я чистил стекло. Вот так обрастает. Вот. Также начали обрастать бальбитисы. Возможно, это из-за переизбытка сухого корма. Сейчас моя супруга кормит рыб. И чтобы они, бедненькие, не остались голодные, добавляют им нормально. Кормила даже 2 раза в день, и 3 я запретил. Вот. Сейчас посмотрим, может быть, стабилизируется все. По растениям, ну вот единственное, что бальбитис, да, начал обрастать непонятно чем, ну это поборем. Вот. Все остальные нормально. Вот там на, это, по-моему, ламариопсис, да, на нем тоже есть какие-то обрастания, но не критичное, для меня это неценное растение. Рикардия вроде начинает пробиваться, что-то вот зелененькое, хотя тоже он видно, что обросло. Не знаю, может отнести обратно команкам. Пусть они все это объедят. Посмотрим. Из новинок, что тут появилось, добавил я фитолампу метровую. Светит она пока. Пока она светит заднюю часть, тыльную часть аквариума. Вот, сейчас я выключу освещение основное. И покажу, как это выглядит без ламп основных. Так вот, вот так. Не знаю, что это дает, но я так понимаю, что нужно добавлять еще одну, наверное, лампу фито посередине, вот тут вот, для того, чтобы усилить окраску рыб, потому что это действительно меченосец, и если плавает вот там под лампой, он ярко-красного цвета, ну и все остальные рыбы тоже. Также, если над буцефаландрами размещать, то у них вот цвет меняется, и вот у тех, которых листья действительно такие вот переливающиеся, они еще красивее становятся. Вот. Из того, что я еще добавил, вот кто смотрит, может кто внимательно смотрит, или кто досматривает, может до 3-й минуты мои видео. Вот я из ребер жесткости, которые были предназначены для этого аквариума, я их подрезал и сделал как стяжки. Приклеил их на силикон, убрал ножки хлипкие со светильников и просто вот положил светильники, положил их на эти ребра. В дальнейшем планирую вот такую декоративную панельку сделать. И закрыть по периметру. И не будет видно, будет красиво. Что радует, так то, что вот Монте-Карло, которая на дне, ну вот она прям, она уже он пузырит. То есть нормально с избытком ей CO2. И она вот начала принимать тот вид, в котором я видел ее у других в аквариумах. То есть вот она начинает такие крупненькие листики пускать и как бы плестись вниз. Она вверх не тянется. Это хорошо. Тут тоже она отходит. Отходит и вроде бы в порядке. Мох Камерун. Не знаю, тут он вроде не очень хорошо себя стал чувствовать. Вот, что еще я заметил. Скалярии, они не только хищные, но они и травоядные. Они периодически общипывают. Вот тут я видел рикардию. Может быть даже ростки, которые еще нежные. И постоянно общипывают, скубут вот этот Монте-Карло. Оно у меня плавает периодически вот по всему аквариуму. Вот, вот. Это все они. Вот. Скорее всего, вот эта пара сформировалась, потому что они всегда вдвоем. Остальные 2 скалярии. Одна
Одна вот она, та самая ободранная, которая была, она ну, чуть-чуть подросла. И вторая вот. Эти отгоняют других. Также меченосец тут у меня и две самки. Этот меченосец проходу самкам не дает. Он просто красная самка, у меня тут альбинос. Я даже не знаю, где она прячется. Он ее загонял до такой степени, что она просто она не вылазит. Она где-то там ныкается, я не знаю даже где она. Но она есть. Она прячется от него. Он прям как видит ее, звереет. Может быть, купить ему самца, еще одного, не знаю, посоветуйте, чтобы им было веселее, там как-то делили самок. Вот. Вот что касательно по рыбкам. Значит, по растениям, по вабикусам давайте, да, вабикуса с эхинодорусом тропика хорошо растет. Вабикуса с горизонтальным вообще шикарно. Прям он лист еще один выпустила. Вот новые два листа огромные. Слава КПСС тоже хорошо растет. Просто вабикусы вообще радуют. Вот. В некоторых в них ермолаевский грунт, а вот где горизонтальный эхинодорус, там вообще простая земля с кокосовым субстратом. Вот. И все растет отлично. Вот. Ну вот такие вот новости. Такие новости вот по 200-литровому аквариуму на сегодняшний день. То есть завтра у меня будет подмена воды, чистка, замеряю параметры и так далее. Вот. Ну, обычный день выходной у аквариумиста. Вот. Ну а также, что у меня тут в тумбе? В тумбе сейчас гудит блок питания от фитолампы. Я на него прикрутил вентилятор, чтобы он не грелся. Ну и также у меня тут есть террариум такой интересный. Вот я в комментариях писал, спрашивал, интересно ли кому-то про эту баночку узнать. Ну давайте, не знаю, еще раз пробуем, вы мне напишите, если интересно, я сниму видео такое более подробное, может крупным планом расскажу, что здесь вот, и как получилось, хотя все получилось спонтанно. В общем, ребята, вот и все по 200-ке. Спасибо, что смотрите. Оставляйте ваши комментарии, ваши лайки. Вот. Рад, что вы смотрите мой канал. Вот. Жду от вас отзывов. Всем пока и хороших выходных.